Сегодня в городской думе на заседании постоянной депутатской комиссии по вопросам местного самоуправления представлен отчет о проделанной работе в 2017 году. Всего было принято 45 решений, от которых зависит обеспечение комфортной городской среды. Наиболее заметным можно отнести избрание депутатами кандидатов для формирования пятого состава общественной палаты города, изменения в порядке проведения конкурса по отбору кандидатов на должность мэра. Так, теперь должность главы может занимать специалист с высшим образованием в сфере государственного и муниципального управления, экономики, финансов, права, промышленного производства и иных отраслей экономики и социальной сферы. В последней редакции назначение нового мэра происходит не позднее 6 месяцев с момента отставки предыдущего. Yeah.